Обычно мы бомжевали во Владимире. В этот раз мы решили поднять планку. И будем бомжевать в столице нашей родины. В Москве. Узковатый здесь проход-то. Я даже не знаю, с чего начать. Вот в интернете все смотрите, да? Там ходят блогеры в метро, их не пропускают без намордников, перчатках. С нас вообще никто ничего не спрашивал. Мы прошли уже, я не знаю, сколько километров по метро, все нормально. Ну, километра 4 наберется, точнее. Хотя, я не знаю точно сколько. Ну, по факту. Короче, много. Да, те, кто одели его добровольно, те ходят, кто не одевает, те не ходят. Я не знаю, народу сейчас мало, но по факту, как бы, ребята, я не знаю, как так получается у вас, что вас не пропускают в метро без перчаток и без намордника. И вы там устраиваете кровавые бойни с вызовом полиции. Чушь какая-то. Что скажешь? А? Да убери ты телефон-то. Я тебя хотел бы снимать. А, меня хотел бы. Я буду близко слишком к тебе. У тебя же нет ширика. Да. Вот. Так что снимать буду я тебя. Ну пока начало поездки веселое, да? Чё ты там увидел? Как тебе начало поездки? Нормально. Ну все. Опа, что-то я чуть не запнулся, пока тебя снимал. Ну, рассказывай. Не знаю. Не знаешь? Куда ты приехал? Ну, это как бы для нас это, да? Да, для нас это вау. А по факту-то это в том доме живет, банальщина, да? Для них это нормально, нормы уже такие в Москве. Слушай, вон... Не, все правильно, нам сюда и надо. Я и хотел вот с этого здания начать. А, ну как раз. Вот вся мистика у этого здания, судя по той статье. Ну что? Не знаю. Не знаешь? Смотри, что там стоит по вот этой вот оранжевой, не помню, как ее называют. Там же что-то стоит. Ну что, как я и планировал. Вот я и снова в Москва-Сити. Ну что, идем? Пошли. Не, ну угарно, согласись. Я вышел, говорит, вот это что? Это количество как? Да я вижу. Дождь пошел у нас. И больше дождь. Да. Придется нам сейчас где-то прятаться от него. Слушай, нам надо у кого-то узнать. Что именно? Ну, где у нас это? Так. То, что пошел слева. Где же мы спрятались? Пойдем здесь, походим, посмотрим. Ну, что, как здесь? Все-таки пошел дождь. Да. Ну, куда нам когти рвать? Вот я не знаю. Так, давайте смотреть план тогда. Дождь в Москва-Сити. Ну чё, ты как? Нормально. Нормально?
Ну и я нормально. Конечно. А вот хотя... мраморный лес, который ты не видел вообще. Да. Это я точно. Таким деталям занимаюсь. Ну что, криптилоидом попасть можно теперь, да? Раз на два этажа ниже. Так. Ну что, Серега? Ну да. Я так понял. Туда. А криптилоидом... Похоже, криптилоидом мы так и не попадем. Да? Слушай, ну тебе хотелось посмотреть, да, что там? Так. Смотри по сторонам. Ниже. Ниже никак, да? Нет, работает. Так, ну мы не здесь, да? Где они? А, вон они, точно. Это же... Пошли мы на панораму. 360. Потом расскажем, когда выйдем с самой экскурсии. Ну пойдем, раз билеты у тебя. Мы решили гулять, да гулять. Чего уж тут, да? Не будем мы в дождь искать площадку, которая с открытым, точнее на крыше просто там площадка, ее мы искать не будем, поэтому, слушай, далеко не уходи. Небо, небо, да. Небо, небо, небо. Слушай, нам все юмористы, да, достаются, Лёфтёр? Небо, 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 не болей? Не болей просто, там просто такой, сверху. Не болей. Вот, зато можем. Ещё кто-то будет, да? Так точно. Ну, катастрофа, но тесно же. Почему дышать? Там один ковид. Шоколада и обновленное, свежее, мощное, дикое, необузданное мороженое. Это все от компании «Чистая линия» в неограниченном количестве, между прочим. Также у нас есть ресторан, уникальное блюдо из буйвола и новые бинокли появились, которые просто кардинально изменят вашу жизнь. С помощью этих биноклей вы увидите то, чего вы так давно хотели. Чего так давно хотели все? Космос. Четвертый бинокль для вас. Вы что, не хотите? Да, покушать. Третий бинокль для вас. Вы что, не хотите? Нет. Второй бинокль, вы знаете, что вы хотите. Вам понравится. Выход будет в противоположную сторону. Гардероб нужен кому? Да нет. Да нет. Налево тогда уверенно. Все налево идем. Отлично, по-другому все стало. Прошлый год было не так. Налево не ходили в прошлом году? Я не помню, мы так ходили. Просто. А, точно, все. Я просто все забыл. Спасибо. Самостояние. Так, что там за стройка? Вон там что-то строят. Вот они что. Часики все еще тоже свои есть. Ну да. Которые типа должны из космоса починить. Но типа не знаю. Так. Где мост Багратион? Вот мост Багратион. Значит, смотри, вон тот, видишь причал? Во именно. Вон причал между этой. Между Мали, да. И Империей. Вот нам на тот причал надо будет. Ага. И поплыть. Там случайно не припаркован ли этот корабль? Вон. Да, это вон тот корабль, точно. Смотри, как тебе сегодня облака? Довольно низко. Да, слушай, вообще эффектно. Вот теперь новый прикол, чтобы получить, покажу вкусняшку. Ага. Я, правда, уже съел одну. Ну, не важно. Чтобы получить вкусняшку, надо налить на морду и перчатку. При этом есть можно песню. Это точно. Ничего нет, да? Да. Теперь смотрим через телефон. Алло. Алло. А почему? А. Видно было? Ага, видно. Круто, да? Угу. Вот
такая фишка тут есть. Ты все играешь. Я тебя приучу поиграть в телефон, да? Тут, можно сказать, все красоты города видно. И особенно это как переходит нормально. Нормально. Да ладно, что-то нормально. Так, ну что, куда мы пойдем? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Точно. Вон, куда? Вон там. Вон там, да, вон она. Еще выше, чем это. Черт, а я думал, это выше. Там даже написано. Туман уже прямо у нас за окном. Вот это да. Вообще, туман все сильнее, сильнее. То ли мы в облаке, то ли мы в тумане. То ли наступил обещанный конец света. Ну да. Еще. Выключай. Так что если над Москвой тучи, нет смысла сюда приходить. Ха-ха. Да ничего не видно, кроме отражения. Хотя вон появилось на мгновение. Ну, сами видите, дождь еще до сих пор не прекращался, поэтому мы тут так и находимся. Нам еще тусоваться до концерта 4 часа. Похоже, придется проводить их здесь. Ребята, мы в заднице. Это Москва. Вот эта вся синяя туча, это и дождь. И, судя по всему, ему тут практически нету конца. Жесть. Но я думаю, нас это не испугает. Мы простояли на этом на тяжеловозе более 8 часов. С 3 часов дня до скольки? До 11. Давайте чуть отдохнуть. Это почти целая рабочая смена под проливным дождем. Я думаю, будет нормально и в этот раз. Похоже, сейчас эти облака врежутся в нас. Это вообще круто. Давно мечтал посмотреть, чтобы облака были на уровне меня.
незабываемое ощущение. В тот раз мы были в солнце, билеты достал на выход. Ну все, пошли. Убирай телефон. Алло. Давай билет мне. На. Надоел ты мне. Решили, пока есть время, посмотреть рептилоидов. Наверное. Я не знаю. Не, слушай, ну без экскурсии это куда веселее, да? А вот и они. Опа. Ну а что тут? Ты что-то сегодня на эскалаторах быстрее меня стал кататься. А выше нам не надо, наверное. Слышь, куда ты? Или нам выше? Это мы сегодня настолько спустились? Ты хоть сюда повернись. Как сегодняшние впечатления от поездки? Как еще, кроме как шикарно? Шикарно? Видите, там здесь на 4 этажа, поэтому... Слушай, сейчас надо как-то через торговый центр пробираться. Говоришь, что он через то? Да, она мне сказала, что через тот центр можно пройти к мосту Багратион. Так что пошли.